Дорогая команда, всем доброго солнечного утречка морозного с Нижнего Новгорода. Вам привет! Что хочу сказать. Сегодня начало второго каталога. Первый день. Я всегда в этот день очень много силы и энергии, потому что новые цели, пишем новые планы. Да, пишем планы не только на себя, но и на своих партнеров, чтобы именно партнеры росли. Мало ведь самим расти, главное партнеров вырасти до директоров и выше. Так вот, в этот день не поленитесь, поставьте себе цели, запланируйте себе новые уровни и, главное, пропишите, что вы готовы для этого делать. Готовы каждый день рекрутировать? Готовы ли вы создавать личный товарооборот? И готовы ли вы обучаться? В нашем бизнесе все просто. Готовы ли вы систематически делать эти действия? И только это повлияет на ваш рост. Неважно, да, видите, у меня даже нос покраснел. Мороз или солнце, но рекрутировать нужно каждый день. Всем успешного каталога, всем новых уровней. Пишите, звоните, мы всегда на связи. Я сегодня на пробежку, утро у нас.